Всем привет, чуваки! Сегодня у нас прекрасная зимняя погода, можете посмотреть на вот эту всю красоту. Чистая дорога, сугробы, ветки все в снегу замерзшие. И что я могу сказать? Сегодня настал тот день, когда мы можем подубасить на моей прекрасной жиге. Вот, взгляните на нее. Думаю, вы помните, как выглядела эта жига до зимы. Значит, мы поставили DuckTail. Я снял бампер, потому что я его немножко разбил, он у меня отвалился, пришлось его снять. Поставил вот такие дисоки, арбузы, грубо говоря. Спилил пружину на два витка, теперь у меня вот такая вот посадка. Спереди мы также спилили два витка. Поставили укороченные сошки минус 30. А удлиненные скрутки 100 мм, чтобы подошли сошки. А также мы поменяли нижнюю шару на верхнюю. Я купил верхнюю шару и поставил ее вместо нижней. Это обеспечило полный выворот руля. Сейчас я вам покажу, какой у меня выворот сейчас. Здесь у меня вот такой вот выворот. Конечно, это еще не максимальный, но этого вполне мне достаточно, потому что до этого я дрифтил полностью на стоковой жиге. Можете перейти по ссылке в описании, посмотреть видео, где я учусь на этой жиге в полном стоке. В общем, накинул вот такую палочку, на них повесил ФСОшки. Они мне понадобятся, если я буду вот по такой же дорожке дрифтить ночью, потому что здесь вообще нет освещения. Всякие наклеечки от Stress BMX. Здесь также я повесил наклеечки. Как вы знаете, я люблю пить бояру. И одна из моих любимых бояр — это Горилла. Так что их бренд теперь находится у меня на стекле жиги. Ну, сейчас, ребят, немножко продемонстрирую, как она ведет себя по прямой дороге. Поехали. В комментариях, ну, обязательно поставьте лайки и не забывайте про подписку на канал, ведь вы все смотрите без подписки. Каждая ваша подписка, каждый ваш лайк заставляет меня просто взять камеру, снять для вас крутой контент. Такое тоже угладал. Смотри, что происходит. Все сразу смотреть. Да, жалко. Но... И все на мою жигу смотрят, да. Главное, с остановки. Ну вот, Пега, поздоровайся с пацанами. Давно тебя не видели. Здорово, мужики. Вот, Пега на своей серии валит боком. Чирорвет, поехали, засними. Все, приехали.
Это пи***ц. Лудос, давай дерни меня поскорее. Хорош! Вот так, пацаны. Опасно это дело, блин. Так что делать-то? Как мы этот выбивать-то будем? Жопа. Крыло не пол. Ну ты чисто ровно фарой вылетел. Да. Идеально, кстати, в месте, где выемка прямо. Поменять. Бачок протек. Какой? Бачок протек. Омывайка, да? Все. Надеюсь, на этом все. Я... Это ужас, ребят. Не повторяйте такое. Тихо! Меня стопакли перегоняли. Че, пацаны, со знаком никаких проблем нет. Стоит, как стоял почти. Да что ты делаешь-то, дурак, что ли? Выгни его обратно. О! Ого, как новенький. Ого. Ну вот и все, парни. Докатались мы сегодня. Надеюсь, больше такого не повторится. Да вообще, пацаны, не призываю вас заниматься этим. Не повторяйте таких ошибок. Это очень опасно. Мы снимаем такие видео для вас только в развлекательных целях. У меня просто нет слов больше. Я даже не хочу об этом говорить. Поэтому, ребят, до новых встреч. Всем пока.